Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Утром около 11:00 20 сентября в Перми неизвестный открыл огонь из оружия в Пермском государственном университете. Как сообщили СМИ, студенты в ужасе покидали здание учебного заведения, вылезая из окон. Некоторые молодые люди после прыжка с высоты второго этажа получили травмы. В Перми неизвестный открыл стрельбу на территории Государственного национального исследовательского университета, говорится в сообщении. Также предварительно известно, что преступник забаррикадировался в 8-м корпусе университета. В одном из телеграм-каналов также опубликовали видео, где, предположительно, есть кадры со стрелком. Позже стало известно, что стрельбу в Пермском университете устроил Тимур Бекмансуров. Ему 18 лет. По данным телеграм-канала 112, стрелка ликвидировали. Однако, по другой информации, его обезвредили. В результате нападения на университет 6 человек получили раны, 5 погибли. Также в сети появилось обращение предполагаемого стрелка. Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, якобы писал Бекмансуров в сети. Есть непроверенная информация, что он не был студентом этого учреждения, а хотел напасть на школу, которая ассоциируется у него с негативом. Однако после того, как поразмыслил, что у детишек много путей для спасения, выбрал университет с большим количеством корпусов и лабиринтов. Стрелок в деталях рассказал, как проходил осмотр у психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сначала он хотел атаковать прежнюю школу, но изменил решение с конца марта. Силовики сумели задержать и обезвредить стрелка. Что известно о стрельбе на территории Пермского университета к этой минуте? Все произошло примерно в 11 утра по местному времени. Предполагаемого стрелка зовут Тимур, ему 18 лет. Студенты вуза говорят, что нападавший учился на первом курсе юрфака. Судя по посту на странице в ВК, парень давно готовил нападение. Страницу уже заблокировали. В пресс-службе вуза сообщили о 4 пострадавших. Местный Минздрав пишет о 10 раненых. Телеграм-канал 112 пишет о 5 жертвах. В университете отменили все занятия, стрелок задержан. Также известно, что уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми. Расследованием займется центральный аппарат СК. В свою очередь, губернатор Пермского края заявил о ликвидации одного из нападавших на университет в Перми. Проверяется информация о возможных сообщниках нападавших.